Всем здравствуйте! С Юрием Шатуновым прощались 3 дня. Сначала 26 июня разрешили проститься поклонникам, затем 27 июня простилась семья и друзья, а сегодня на Троекуровском кумир миллионов обрел свой последний приют. Церемония прощания прошла на Троекуровском. На ней только присутствовали члены семьи и самые близкие друзья, а вот фанатов и тех, кто любил творчество Шатунова, попросили подождать. Отметим, что в первые дни на территории дежурили 94 сотрудника правоохранительных органов, были еще и сотрудники ГИБДД, МВД. 28 июня за порядком на прощании отвечали люди из гвардии. Сейчас они вежливо просят отойти всех на 50 метров. Почтить память легендарного исполнителя можно будет после 15 часов. Именно тогда завершится официальная часть, после чего можно будет подойти всем желающим. Отметим, что проводить в последний путь Юрия Шатунова в закрытой обстановке пришла жена, сын и дочь исполнителя. Пока что супруга на контакт с прессой идти не желает. Она ни разу не дала ни одного комментария относительно сложившейся ситуации. Будем надеяться, что в скором времени Светлана все-таки скажет хотя бы пару слов. Светлая память светлому и творческому человеку. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Всем пока!